поставь рыбку. ГРЛ, блядь, ты, ебать, ставь, нахуй. Давай, не злобься, Иван. Пиздец. Моё КД, блядь. Ну чё, я рыбу тебе, блядь, ставлю. Твоё КД, твоя рыбка, Иван. Если бы жрёт, нахуй, блядь, нахуй. Я нахуй. Жрёт, Мешок, хавай рыбу и поехали. Ну потом, блядь, а как мы с ума нем, ибо никак? Кого? Никак. Блядь, на сумке вместо адмирала зайдет. Пусть подлетает, как, блядь, к этому подлетает, нахуй, пусть идет возле этого. А что нахуй сейчас? Че, на пул, короче? Да я хуй знает. Блядь, тепло так получается, что проходи, забираешь. Все, и диспелить его не забывайте, потому что, блядь, это не дроги. Ну, вы поняли, да. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Один милик, нормально. Угу. А Геру с пула или лучше оставить на валик? Да с пула? А сколько там у валик? Там у валик, походу, блядь, 200 тонн там или 300. А вальки хуета, блядь, тут нахуй ДПС нужен именно в босс. Угу. Только дай не с пула, дай, блядь, через секунды 4, блядь, прокнет все. Да вот я уж на стаку, мне 30 секунд надо. Ну да, не, ну 30 дохуя, уже 3 дня, 3 дня, блядь, падут. 20 хотя бы. Давайте 10 секунд где-то. Блять, я вам моими, сука. Да? Блядь, давай, нахуй. Давай, уже пох. РД. Чума будет, пацаки. 2 секунды. Великий шоу, выйди, череп, диспел. Мили? Милик. РДД. Ясно. А чё, почему? Где у нас... РДД, увидишь аркаря дубла? Подымите. Дупло, что зайди, дай мастаунт, ебать. Ладно, уже не надо. Бьем так. Ай, вставай, чё лежишь? Ловушка. РДД, не вставай уже, ну. Ты лежи. Мили. Мили. А чё, эти ловушки проходят? Да. Не БР, если не надо. Похож. А они пропадут, когда пойдет? Я не по времени пропадаю. Адмирал РДД. Войд, вынеси. Чему? Диспел. Мили. Шаркаря тебе. Есть чума. Переходка. Здесь есть у него. Забери моба. Короче, встанешь после... Чё, адмирал, чуму несите, блядь, ешок, на. Не курите, блядь, подойдите к шаркарям. Все, уже диспелили. О нем была чума, блядь, что он рассказывает, блядь. Нахуй, там с него диспелили. У меня это пропал бы. У него нету чумы, хуёво. Дося, веди моба, короче, туда, в пачку. Да это хуйня, давай упадем, блядь, нахуй оно надо, блядь.
Сейчас убьем, а зауешь, ебать, вары зауешь. Понимаешь, у нас ДПС нет, я, блядь, в ММе барашном, блядь. Бейте, блядь, вайпнемся как куать. У нас есть еще БР-1. Играйте в этого шаркаря. Типа я без маны, но. Сейчас дам. Аж половину. Да завешен нормально. Вальку убьем. Хуета тут, бля. Тут берса через 13 минут ровно нахуй. Нас мы не убьем его нахуй. Давай, поднимайся. ДПС, блядь, после этой. Вот, у меня БР пропал. А, я понял. Доси прохильте. Сейчас валик играйте. Вальку убейте, алло. Духа добейте возле этого всего. Заебись, вы разливаете, ребята. Вот, ну падает. Да, хуевенько. Ну да, конечно. А на ком уже было? Я шок там стоял. Там я стоял, нахуй. Ну в углу самом, типа далеко так там хан стоял. А чё в ВММе, ты говоришь, мало ДПСа получается? Да. А в каком спеке там много ДПС? В серве. Это третья, которая ветка, да? А там что-то на ловушке, да, ты опять или что-то? Взрыв тьмы. Да видишь, я за ханта и мага единственные два класса не успел поиграть. Остальные все играл. Сирус еще такой серый, блядь, тут 10 венков не наделаешь, блядь, не оденешь, сука. Слушай, а что с это с... С РДДшников трэш не забирают. Друида мало, один таунт, ебать. В принципе, ты можешь волшебный огонь, ебать, там, в одного таунт. Если будет очень дохуя будет, то, блядь, напулите ханты просто в мишку трэш. Может быть, не рассекающим побить? Хотя хуевая затея. В следующем году за МТШ Мишка Лича. А кто знает, вот этот премиум, когда голосуешь, да, его можно сделать, если у тебя дома, допустим, два компа, и с одного на одного голосовать? Нет, нельзя. Я пробовал. Сейчас запускаю, раздубляйтесь. Там даже с другого места заходишь, там... За аккаунт, короче, проголосовываешь, там, типа, время показывает. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Форд. У меня есть аккаунт разный. Так ты голосуешь-то за один аккаунт. Ну, надо за один и за второй. А мои пищи смотрят. Слушать твои отчаянные крики послужат доказательством. Ой, блядь, я сбился. Дупло можешь перебафать корни, я случайно тебе дам. Да будет так! Герои, в
Или... Сдвигайте тоже туда. На танке. Диспельте танк. Дупло. Не улети. Вот так по одному забирай. Ты как ты так водишь, как-то. РДД. Осторожно, Ави, не улети же, слышь. О, я заебись, Ави. Нахуя? Взорвал, нахуй, я улетел. Давай падай сразу уже. Падайте, да? Падайте, два человека сдох. Два, блядь, хуйня, грына бунтами тоже. Ты не видишь ловушку там, бля. Лично простой, ловушки это все простые. Тарафазы. Блять, я сижу что-то не там. Комната тоже на удивление простая. По сравнению с циркулем. Хотя там в разные времена по-разному было. Когда-то духи, если типа сагришь, они быстро летели пачкой там 10 духов в рейд. Люди говорили типа, о, типа не трогайте, не агрите духом, бейте только тех, кто летит к нам. А потом поняли, блядь, что их просто всех уешить надо и пиздец. А тут я вот когда смотрю, тут их очень мало. Да и бомб мало. Хотя вроде стандарт. Плюнь, это дебли. Я, блядь, где-то за картой нахуй лечу, я уже заебался. У нас много, что ты мертвый, ебать. Ты подымайся с вами, ма. Пропиши в консоли Reload. Да я жду. Пукан загорелся. Вот это на ханта сплетение топовое, да, Трини? Фетиш лучше. А ты ж тестил и вернул его. Так, блядь, я тестил, когда сурова порезали, короче. Оказывается, в этот день, блядь, исправили баг, короче, и потом его доапали. Ну, то есть хуета вышла, надо было не отдавать. А по сути же на хантовский шмот конкуренция очень маленькая, да? Энхи. Ну, энхи, так их тоже. Которых тут нету, так. Которых нету, блядь. Ну чё, ебать, кот, вар. Да хуя кот. Вот такого коту нахуй не надо, нихуя. Ну пушка, ебать, коту, так вару, вару пушка. У меня все, мне осталось вот кольцо с РС и ботинки. Ботинки хантенг и кольцо до хуя кто, блядь. Роги там, блядь. Ну это да, это такие наши ботки вообще. Вары тоже. Вары, ханты, у тебя там, блядь, конкуренты пиздец. Где первое, блядь? Это понятно, это общие такие шмотки. Я имею в виду кольчугу саму, вот эту всю хуйню, обвес. Приступал. Ну мне танками нравится, что конкуренция низкая и хилами тоже. Игрушка вообще нехуй делать. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Давайте не дохнуть, пацаны. За то, что замучил и погубил десятки. Я согласен. Смотрите под ноги. Где-то кольцо есть, блин. А чё, я могу вот такой крик дать?
Где он, блядь? Где он? На хп. А, да, на ап можешь. Тури. Там конце сара на смене, когда пока он жив стоит, я поставил Дживса адмирал быстрее. Вот, дал на ап. Ух, сука. Или не дал. Сейчас дал. Адмирал, ты щиты. РДД. Вар, чему? Диспел. И милил, милики, блин. Ну я так, на цель. Мили. Стойте на месте, РДД. Не можешь не говорить, я тут как рыба в воде. Забери моба, а тут чума. Милики перебежали. Да реально, как сюня, выйди. РДД, блин. Ну, сто лет не пиздел здесь. РДД. Отводи немного. На пульте шарка этого на мишку. РДД. Адмирал вынес. РДД. Сейчас подведем чуть-чуть босса. Достаете? Достаем, достаем. Тверни немножко вправо этих мобов. Ясно. Мне... Даю. Падает. Как он упал? Три шарка. Вот такое. Не было трех шарков, два было. Два. Ну типа, блядь, как он упал? У этого происходит заражение сразу. Вар, у тебя деф еще есть. Дохуя деф. А у дупловитого какой спек второй? Хил. Эрдру. Вот там под этот, у него, короче, берсайз, который на 3 секунды вешает, это красная морда, есть, когда 20% хп у него становится, он еще берсу на себе вешает, то есть не берсу, а иступление. Или, блядь, та берса, а это иступление. Ну, короче. И, типа, когда две вместе, вот это хуёво, короче. Ну, короче, ханты вообще там... могут ее снимать, если что. Пусть не значит такое. Могут, могут. Там как бы все прожимки нужны именно на момент, когда у шаркаря мало хп. Ну, сначала ему стан даешь, а если вот он за время стана не умирает от чумы, у которого мало хп. Давайте рис. Это там можно как угодно друидам задефаться. Можно нажать деф свою массу, ну типа это расовый, блядь. Или просто стан нажать его. Топнуть вот этой хуйней с таурен. У него таурен походу. Но. Нет, таурен не вариант, потому что из формы выйдет. И сдохнет сразу. Он не выходит в форме, когда в мишке, он не выходит с формы. А, это Сирус прикол такой. Да, это Сирус. Так классно, да. Ну, это слишком мало времени. Маленький стан Сирус. Ну, блядь, в критической ситуации, типа, можно задефаться. Там только что этот, кто он? Ну, дубовая. А потом уже крик на хп. Сними эту волю. Зачем вообще тебе воля, блядь, на шаркарях? Ты ж, блядь, ну, тебе да, там агро никто не срывает, никто. Поменяй волю на что-то танковское. Нет. Чешку можешь одеть, похуй. Да лучше на стамину что-то хуярь. Ну и чешка тоже, в принципе, нормально.
Ну, грудак, конечно, печальный. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Пристабов. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Будет так. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель смерти пропустил рождение моего мира. РДД. Точнее все станьте. РТД, Ави, выноси чему. Испалите его прямо сейчас. Есть там чего? Есть. РТД. Подвинь даже. Подвинь. Шарка, ну хорошо. Встаньте все в черепок, блин, кучу одну. ТРДД. Двигаемся, двигаемся. А, выноси. Выноси, выноси. Не надо выносить ему, блядь. Все, уже один назад. Иди, не умри сейчас там по шарку. Назад вернитесь к ханту сюда. Левее к ловушке там. ТРДД перебежали, дальше бежим, там дарянчик стоял. Отверни шарка, отверни, отверни шарка в другую сторону. Прохилевай, тирай, шарки въебали. РДД, двигаемся. Еще отведи к краю шаркаря. Блять, встаньте в одну кучку. Ребята, хант вот стоит, все в одну точку стали. Мили. Мили. Отведи еще к краю шаркарей. РДД. Пошли. Быстрее, чтоб не вышел шарка. Мобов забираем тебя, Мишка. А ты вижу. Все и хорошо. Спалить его не забывай. Лося, пособирай этот трэш под себя. Или ДК. Решок, свичайся там иногда в эти сферы. Да вон плюнь его. Я бью. А, ну все, хорошо. Блять. Живи, бля. На пул, на пульте гневного. Добиваем духа быстрее. Под спину садитесь все. Все, ебошьте воль. Бара можно не трогать. Чарджинг. Что, не бейте, бейте босса. Чисто босса бейте. Я подойду.
Видите, боссы, разойдитесь друг от друга расстояние, сейчас будет хренение скоро. Кто еще? Хренение, готовьтесь. Я подойду, вот, не курите, сова. Я разверну босса сейчас. Разверну к порталу. Еще ближе подойдем, не достанет. Ну что там, блядь, ты падаешь? Я босса не достаю, подвел бы босса немножко, ладно. Все, сейчас захил быстрей, захильте нас. Хорошо. И валик еще. Разбегайте. Разойдитесь. Все, играем по вальке. Перед вайкой не разливайте. Все хорошо. Сливайте. А тут ж нету комнаты, блять, типа. Есть, просто... есть. Ну есть там. Я помню, надо... видос, вернее. Дупло. Ты вообще можешь в коте бить там, блять, стоять. Немножко. Подойдите к боссу. Все, играйте вальку. Под валькой не стойте там, перед валькой. Бьем вальку, бля, пидорка. Она меня схватила, блядь. Сливайте вальку. Не стойте в одной куче перед боссом. Иди к вальке, если чё. Курите. Спасите, ебать. Спасем, не ссы. Взял ДПС, проебал, пацаны, чё делать. Успеете 3% перевести, да. В центр ставить? Успеем, ебошим. Пусть у меня прока. Хуй переводить. Оскорнение 3. И вальк, на адмирале. Все нормально, перевели. Дефайтесь там, дубовую жмите, вся хуйня. Авиат, иди немножко назад. Шарик. Второго не могу, да. Дешок помогает там ему с шариком. Тебе быстрее, блядь, ударить, чем дам кастовать совом. Бачку ярит. В комнате в печеньку. Все эти... Стойте на мне, босса, что сам. Доту на него киньте. Все, в центре за гаджетом бежим. Стенки. Стоим. Пошли дальше. По стенке бегите в левый угол. Че выкинет? 2 секунды осквернения будет сразу.
в стороны разбежались. Навалим все. Под босса идите, держи его тут. Бьем. Где-то через одну комнату дадим. Сейчас не жмите. Бля, я не знаю тайминги, тут духи успеют нас въебать? Нет. Я тоже не знаю. Герит точно не въебает. Не, по-моему, тут точно же, как и 25. Осквернение 4 секунды. Стоим, да, не перевожу. Бля, давай лучше пойдем нас. Идем, идем. Мы откинем еще. Еще. Может не засадить. Мне нормальная комната, но. А, ну как 20-катку, значит. Да, там так же. Все, ну тут берса прям четко. Да, пошли. Берса 15. Ты до нее 5 минут. Пошли. Пошли, пробегаем направо по стенке. По стенке бегите. Хилимся. Она весь еще 3 секунды лежит на полу. Пошли дальше. Стоим. Пошли дальше. Духов бейте. Стоим. Пошли дальше. Пробегаем все. В правый угол. Пошли чуть вперед, 3 секунды выкинь. Сразу перебегаем. В стороны сразу. На досе, нормально. Пошли за спину босса, быстрее бегите, дупло оверхилить надо будет. Сейчас поползли духи, откиньте совы, блин. Откинем. Досик хилите. Дупло не проебите так. Досе. Осквернение 4. Наварим. Сразу веди. Еще на следующий выйдем первый. Павел, откинь еще ты. Заебись. Дальше идем. Направо поворачиваем. Пошли, пробегаем бомбу. Здесь встаньте в печеньке. Бомба падает и вперед. Чешку там дайте. 3 секунды выкинете. Стоим. Духи. В сторону. И не курить, все, под босса вернули. Духи на нас идут, за спину встали, Геру давай. Дупло не проебите. Бля, гаджет. Не, сундук только не открывайте. Да, 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 сундук не трогайте, там зайдешь. Повели, 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 сейчас духи пойдут. Осквернение скоро будет. 8. Да ёбывайте вы уже, осталось-то тут, блядь, да 200 тысяч. Да бля, лучше нахуй, блядь. Сейчас, да, блядь. Ладно, всё. Всё, блядь, поздравляю я вас. А теперь РС-ку, да, идём? Да, теперь РС-ку ему. Все открыли очиву и пошли. Ебать пуги нахуй, блядь, сейчас посмотрим, сколько очиву. У меня будет очиву, у меня лича только нет. Не только у тебя, у меня тоже. И у Доси. И у меня нету очиву. Сука, с гаджетом хожу, вот первый раз, блядь, не убили лича. 10, блядь, будет нахуй. Отравили уже, наверное, раз 10 эту хуйню. Кстати, посох, да, вот этот посох я бы паролил мне вместо этой хуйни, что, блядь. Адмирал, у тебя есть отчего? Слышь? Да, гаджет.
Выйдешь с инсталла иначе. Мы же не присумоним ее, ей надо заходить. Да, ну добежит, блять, сундук постоит. Да, бежит просто. Сейчас я этот... Сейчас он нас поднимет, я сразу Хотя, похуй. А, ну так давай я выйду после Я нельзя... Да, блядь, нельзя покинуть тело, потому что ваша душа принадлежит королю Личу. Все, теперь покинулась. Король Ильич. 8, блядь, тел на плачь его уболотали. Это сундук не трогайте, сейчас еще этот лог зайдет вместо меня, там пароль шмот. Вагону. Не трогайте, нахуй. Давай я тоже выйду. Ресни тебе кто-то, я, короче, блядь, не то нажал. Шампачи свергнувший. Бля, победивший, сука. 8 человек, нахуй. Победивший падшего короля. Ебал, я уже думал, свергнувший падшего короля, блядь. Хуета. Если б ты его свергнул, то б ты вместо него это стоял тут. Сейчас ебусь. А этот, а надо ж его сумонить как-то или не кис. Прибежит на сундук, боя-то нет. Ну а он шарит, что надо идти, бежать, не знаю. Я еще, если что, свалил уже с места. Блядь, меня слышно здесь? Да. Блядь, меня выкинул. Я говорил до этого, то нет. Сейчас иду. Да есть, а чего у тебя, ебать, не сцена? Ебать, 8, значит, у кого-то нет, кого-то не пустит, ну. В смысле, что 8? Ну, у меня есть ачивы как-то. Ну, 8 ачивов, у кого-то была одна ачива. И двоих была ачива. 6. У Лави нету, блядь, всех на фулл-инста. Его фулл-инста нет, блядь. Шаман зашел, лутать может, да? Не-не-не, стой, там лок летит, блядь. Уже внутри почти. Все равно посох будем ролить мы. Хули ролить, все равно надо это забирать. Так заходи, заходи в инс, че ты, блядь? Он же не бил. Ну да. Типа, походу Ави надо и мне надо. Все, вон он, открываем. Говно. Ну, хотя пушка. Кинжал. Можно взять. Кинжал нормальный. Что-то запало. Спидаешь кинжал и милишь на кинжал. Прикольно. Давай, похуй. КВРС, блядь? Ну, если не кинжал, конечно, ни о чём вообще. Какой я себе на шамана? Пиздец, блядь. Я не могу, я её не вижу. Заберёт, короче. Да она на другой ролила, блядь, который нижний, блядь. Тильтас, нахуй. Тильтас. Ну, вот этот кинжик, если дальше не бать, топ ролл, просто топ. Я шок. Ну вы поняли, блядь, кто выиграл. Дайте сюда, нахуй, бати, блядь. Шаман. Ури ролл, блядь. Короче, пусть шаман забирает, я фрилут ставлю. Не-не, возьми в обмен себе закинь, через обмен отдай. Ч
через рут не забираете. Тебе надо забрать через этого, ответственно себе взять, и я его через обмен кину. По-другому не передать. Да гаджет он зачем, блин, вообще такой рерол? Да я просто так рольнул, отъебитесь, блин. У нас спрашивает рерол, блядь. Я бы эту пушку себе взял, блядь. Ну ладно. Так нахуй, кстати, после будешь брать. Ну да, да, блядь, я его возьму через год, нахуй. Блядь, на неделе КД, ну, ой, контент новый откроется, а ты, блядь, какой-то... Ну да. Да похуй на этот посох, блядь. Чё, этот Хлён, да? Ну, гоу. Чё не? Блядь, только я не знаю, как они идут.